Друзья, поздравляю вас с новым 2017 годом. Хочу пожелать вам в этом году достижения всех ваших целей. Пусть ваши мечты сбываются, и те сложности, все трудности, которые будут вас преследовать на пути, пусть сделают вас еще сильнее и, конечно же, закаляют. Хочу также вам пожелать записать все свои цели, если вы еще этого не сделали. Хочу вам пожелать быть в этом году более смелым, выходить из зоны комфорта, быть, может быть, более дерзким, если кому-то этого не хватает. И, конечно же, чтобы этот год, 2017, был годом прорыва для вас в бизнесе, в жизни, в семье, везде, во всех отношениях, которые вы себе запишете. Для своей команды, для своих друзей я хочу пригласить вас на живое мероприятие, которое будет в Днепропетровске 4 января вечером. И для тех, кто не может попасть на это событие, мы проведем специальный вебинар 3 января, да, этот вебинар будет днем. За подробностями обращайтесь в личку, я вам все расскажу, все покажу. Еще раз, с вас с Новым годом, пусть сбываются ваши мечты. Давайте будем немножко детьми, знаете, когда дети себе что-то мечтают, они верят в чудеса. И вот такие вот дни, праздничные дни, да, новогодние, это дни, когда эти чудеса могут сбыться, да, когда мы пускаемся в голову эти чудеса. Давайте мечтать по-крупному, ставить серьезные, амбициозные цели, которые будут нас просто вышибать утром с постели и заставлять выходить из зоны комфорта. Именно так достигаются большие-большие какие-то серьезные, грандиозные прорывы в жизни. Ну что, с вами был Сергей Мартынец. Еще раз с вас с Новым годом. Увидимся на больших событиях. Пока-пока.